Греция считается прекрасной страной, чтобы жить и учиться, поэтому многие студенты выбирают именно греческие вузы. При поступлении будущий студент может находиться в стране в течение 7 лет, один год из которых выделяют на изучение греческого языка, 4 года из них это самообучение на факультете, и 2 года даются на сдачу академической задолженности. Греческое обучение построено таким образом, что студентов не отчисляют, а дают возможность сдать экзамены и продолжить обучение. Также при поступлении не нужно знания языка и вступительных экзаменов. Каждый студент, который сдаст языковой экзамен, записан на факультет, получит студенческий билет, в дальнейшем будет иметь преимущества, такие как бесплатный проезд, подача на бесплатное общежитие и многое другое. Также язык можно учить у себя в стране, приезжая в Грецию, сразу подавать документы в ВУЗ. Остались вопросы, напишите нам по номеру телефона, который оставили под видео.